Значит, по поводу восстановления объединения и спасания всея нашей Роуси, невозможно строить даже в масштабах нашей оккупации страну свободную, если люди эволюционно не подтянуты до тех или иных моментов. То есть, или выстраивать человеческую иерархию, то есть, как это было у нас испокон веков, вверху заправляли человеки, потом люди, потом мерды, точнее, смерды, ну, жить. Ну, жить, а наши, ну, буду говорить, смерды, они ж думают, что они люди, и они имеют право что-то там, рот открывать. Вот когда человек говорит, допустим, ну, тому или иному, неважно какому, смерду, что там потише себя вести, а он говорит, я такой, как и ты, я имею право. С какого перепугу? Ты даже не знаешь, что такое человек, ты даже не знаешь, что такое людина, ты не знаешь смерть. И то есть, и либо пирамиду строить, как наши предки строили, то есть смерды должны были себе тихо себя вести, когда человек открывает рот. Вот. Это я не конкретно никому, это я рассказываю, как устроена была эта иерархия. И либо так, либо подтягивать всех на уровень. То есть, это, знаете, вот, будет строиться, как я приведу пример. На маленьком каком-нибудь поселении 100 человек. Но это типа будет маленькая модель на 600. То есть 80 человек, это там 90, горят искренними желаниями. Вот мы там создадим, короче, наш колхоз, будем жить, культурно развиваться. А 10 человек имитируют. Давайте, давайте там спасем, давайте. Вот все, всех подымем, надо просыпаться, пробуждаться. Вот. А потом уже, когда это строится, они становятся якорями. Это вот так вот в поселениях. То есть они все, вот как вот Евгений Суворин, он же шимитировал там, вот себе, да, блин, нафиг, это надо развиваться, соберем 5 миллионов долларов, там с Вячеславом создадим игру. Это вот типичный имитатор, то есть он имитирует, что надо как бы развиться, как только появляется возможность, уже застолбился, можно, как говорится, рвать кусок и подальше в лес убегать. Поэтому общество построить, где рядом с тобой бегают умственно отсталые и верят, что земля маленькая, кругленькая или что-то в этом роде, крайне сложно. Либо чтобы всех подтягивать до уровня человека, что во все времена практически было невозможно, либо выстраивать иерархию. То есть человек доминирует над людьми, люди доминируют над смердами и так далее. Слав, реплику добавлю. Вопрос так стоит. Дело в том, что все согласны со мной, что мы катимся в не очень хорошее положение. Просто тут надо переводить немножко ситуацию вперед, дабы в любом случае беда заставит объединиться. Просто вопрос, когда? Когда у тебя будут голые карманы и все у тебя голое? Или пока у тебя сейчас еще есть какие-то возможности, какие-то средства или еще как-то где-то что-то, ну, интернет даже тот же есть, скажем так. Понимаешь? А вырубят это все? Все. Забудь. Ой. Ну. А разве не так? Выключат свет и все. И все. Человек, который строит планы на предыдущей реинкарнации, я планирую, чем я буду в следующей жизни заниматься, а я буду обращать внимание на то, что здесь и сейчас. Далеко идущие планы человека, они не сопоставимы с местным миром. Я уже там планирую потихоньку, чем я буду в последующей реинкарнации заниматься. Вот. Поэтому цель моих знаний – это те люди, которые тоже воплотятся и будут уже единомышленники в последующих реинкарнациях. А в дальнейшем еще больше будет. Сегодня меня 1000 услышало. В дальнейшей моей реинкарнации 10 тысяч. В дальнейшей 100 тысяч. И уже как бы через 10 воплощений можно будет подойти к спасению из оккупации, скажем так. У нас у предков, знаете, как было? Это просто вот если думать, допустим, что Земля маленькая, кругленькая, невозможно их заповедь, это заповедь одна из верховных богов славян. То есть, если враг одолел, захватил ваши это, земли, уходите на новые земли. Но в масштабах маленькой кругленькой земли на новые земли сбежать некуда. То есть, ну куда мы сбежим? Никуда. То есть,
Куда ни пойди, везде найдут. А мудрость-то ведическая о чем нам говорит? Про сотовую структуру, что если эту ячейку захватили, это отступайте, то есть это, как говорится, не вступайте в бой, если у вас силы неравные, то есть погибните. Лучше, как говорится, уцелейте и, как говорится, отступите и окрепните, и потом можно вступить. А сейчас как вступать? Ну вот человек подсказывает, блага дорога, дорога в ад. И да, нам мерды навязали, что благими поступками мы себе прокладываем дорогу в ад. Но это мердовские сказки, в них не стоит верить. Все благотворительные фонды 30% дают на лечение, 70% зарплату корпоративных своей компании. Да я думаю, на лечение они, если 3% дают, то и то хорошо, а не 30%. Никто ничего не дает. Вся благотворительность — это фейк. Вылечат для телевидения одного ребенка и покажут, вот спасли одну жизнь. А на самом деле все нищие во всех городах, они на зарплате. Вот ходит, допустим, человек или стоит там с протянутой рукой, он, ему платят зарплату в день, чтобы он, как говорится, с голоду это не помер, а кассу забирают кураторы, допустим, куратор малого района. Потом он передает сумму денег куратора города. А куратор города уже куратору концлагеря. Поэтому, если даже такие вещи не знать, что все нищие на зарплате и все то, что они собирают копейки, уходят наверх, то сложно до более сложных вещей прокладывать путь. И так далее. Поэтому невозможно построить общество, если рядом будет какой-нибудь крысеныш, который кричит, вот создадим, там, вот спасем, а самый последний момент он тебе, как говорится, нож в спину ставит и провернет. Нет, так спасения не будет. И Серега, вот, который мне написал, здоровье или нет, не знаю, здоровье или нет, но Серега точно ведет всех, это как баран-провокатор, на бойню. И при этом предупреждают, жертвы будут, и будет очень много жертв. На каждой фабрике есть баран-провокатор, откормленный, то есть овцы, когда приходят, они слышат запах крови, они не идут. А тут выходит баран-провокатор, вот неспроста, Серега, это я же говорил всегда, не кричи бараны, рано или поздно баран к тебе приклянится, и все люди будут, Серега, а что за Серега, да баран, а, баран, баран, вот, и овцы начинают за ним идти. Он там где-то в маленьком коридорчике в сторону зашел и сидит себе там, стоит капустку кушает. А овцы уже как бы напирают, и те, которые уже видят впереди ножи, они пытаются назад, но задние-то их уже вперед толкают. Поэтому создание союза – это поход на бойню, возглавляет его Сережа Тарасов, который поинтересовался, здоровье или нет. Я знаю, что, Сережа, ты иногда слушаешь эфиры и... Возможно, надо узнать о твоем здоровье все-таки. Как говорится, на смерть толкать миллионы, это, как говорится, несерьезно. Вот и Ленин тоже относительно толкал миллионы на смерть, поэтому враги его увековечили. То есть, благодаря, скажем, символу Ленина, это было положено миллионы, начиная с 17-го года, потом 21-й. Вот, ну и чуть раньше 17-го года, потом 41-45, с 91-го по 2000-й тоже было миллионы положено, фактически в два раза белорозовые сократились, ушли в мир иной после развала Советского Союза. Сейчас уже добивание, то есть как нас осталось около 200 миллионов, осталось чуть-чуть создать Советский Союз, где эти 200 миллионов благополучно это добить, вот, поэтому... Фанаты Сергея Тарасова, вы его поддерживаете, вы берете карму на себя. Вот. Ну и также вот Евгений Суворин, вот он клевету снял обо мне. Вот. Я как бы, у меня много козырей это в кармане. Евгений, он, как говорится, это как это... Щенок бодается с быком, то есть это... У меня, я могу просто благодаря, ну, своему как бы
природной хватки, именно информационной, могу просто выливать это ушаки истинных положений вещей, связанных с Евгением. Но я знаю, что это ни к чему не приведет. Людям вообще по барабану, кто такой Евгений и что он из себя представляет. А вот Евгений чеканется, потому что у него мозг работает по-другому. Он думает, что все крутится вокруг него, и все думают о нем. Почему Вячеслав Котляров спокоен? Да потому что он знает, как информация работает. У человека свои проблемы. Сегодня сказали, что там, допустим, Котляров это лыгарит с утра до вечера. Человек услышал, там лыгарит. А завтра у него свои проблемы. Жена, дети, работа. Нафиг ему нужен Вячеслав Котляров тут. А вот если про Суворина сказать, он как бы сам себя это изнутри съест. Он даже не будет знать, что ему плевать. Людям плевать на него и кто он такой. Если Котлярова, до Котлярова никому нет дела, а Котляров пришел именно вообще с мега-миссией, которая просто перевернула все мировоззрение, то что может обыкновенный там Евгений, который просто закарифанился с Котляровым, чтобы создать себе маленький канал для посиделок. Вот и все. Да, поэтому... Дженнифер. Дело в том, что здесь же Жека, он будет до конца своих дней жить со своими вот этими страхами и причудами. Я вот как вышел со своим первым роликом, я успокоился. Вот начиная с 25 апреля прошлого года, ничто меня не терзает, ничто меня не беспокоит. Да, я могу, конечно, там на эмоции поорать, а потом пару выключаю микрофон и начинаю ржать, именно. Я так забавно, именно, это порапытовать, там, поскандировать, там, бейсбольные биты, всех космонавтов там концлагеря в отдельные, пускай там летают. Вот, поэтому, да, самый черный пиар, это самый лучший пиар, это черный пиар. Я и сам подкидываю это иногда дровишки, как говорится, в топку паровоза. Возможно, кто-то сталкивался. Ролик, который я написал, перехваченный звонок Солу Гудмана, где я в ролике, это Серега решает те или иные вопросы. Так сколько народу повелись, даже этот Illuminati Insider залил его на свой канал. Вот, и подписал, что перехвачены червем. Вот. А я как бы это, знаете, как знаю, как психология людей работает. И при моей, как говорится, сфере деятельности нужно было создать громоотвод. Потому что если барану не дать ворота, то он, как говорится, может покалечить хозяина. Поэтому баран должен бить рогами по воротам. Поэтому Котляров создал иллюзию пьяницы, бухаря, который лыгарит постоянно. И для даунов, дегенератов, дебилов это отдушина. Они весело хихикают, бьются головой об этот миф. Причем, знаете, вот в некоторых учреждениях, в частности, вот я услышал когда-то 20 лет в Японии, допустим, есть специальные комнатки, где стоит макет директора. И вот японец, если там и директор на него наорал, он до директора не может ничего крикнуть, он заходит в эту комнатку и видит макет директора и начинает его забивать руками и ногами. Это как-то своей Жаночке, это у нее там тоже был руководитель даун. Я в компьютерной графике сделал это в игре этого ее, забыл, как его там звали, Федора. И она душу отвела, она как бы в игре избила его там, как ей легче стало. Поэтому Вячеслав Котляров создал иллюзию алкоголика, который постоянно синячит, не просыхая, утырки. Весело схватили эту косточку, брошенную самим Вячеславом, и грызут, да грызитесь, только смотрите, не подавитесь.